Всем привет, с вами Артём, и в этом видео мы продолжим расслабление при помощи массажного ролика. В предыдущем видео вы могли видеть, как можно расслабить мышцы шеи и спины. А сегодня, как я и обещал, упражнения на нижнюю часть тела. Делайте эти упражнения каждый вечер вместе со мной, и это поможет снять усталость и улучшить сон. Первое упражнение. Массажируем верхнюю часть бедра. Принимаем позицию, становясь на локти. Верхняя часть бедра на ролл и начинаем массажировать бедро. Второе упражнение. Массажируем внешнюю часть бедра. Это упражнение задействует мышцы ягодиц, а также переднюю и заднюю части бедра. Обратите внимание, что дальняя нога должна быть впереди вас, так движения будут более линейными. Мы промассажировали левую ногу, теперь правую. Третье упражнение массажирует заднюю часть бедра. Постарайтесь распределить вес туловища так, чтобы большая его часть была на ролике. Руки расположите сзади, чтобы поддерживать тело в нужном положении. Четвертое упражнение. Массажируем ягодицы. Садимся на ролл, ставим ногу на ногу и начинаем массажировать.
Промассажировав одну, переходим к другой. Пятое упражнение массажирует внутреннюю часть бедра. Положите ролик вдоль туловища под небольшим углом и положите на него ногу, чтобы он оказался посередине бедра. И начинайте массаж. Следующие два упражнения массажируют икроножные мышцы. Это очень здорово, снимает усталость с ног. Thank you.
С вами был Артем. Подписывайтесь на мой канал Артем Уфитнес. Оставляйте свои комментарии. Будьте здоровы. Всем пока.